Нам нужно вот здесь вот дамбу проложить и, как сказать, дорогу возвысить. А глины взять негде. Это глина вот первая, когда мы делали пруд. Ее сегодня позвали Романа Малыша. А на пруду тут у меня два столба стояло. Ну, это из-за ветлины. Я на них повесил рынду. Кислородный баллон колотить. И они выросли в два, вот видно, два огромных дерева. Он все-таки свалил. Ни крышу не поломали, ничего. Вот они, пни, видать какие. Ну, сантиметров по 40. Вот, сегодня приехали из Канады у нас четверо. И помогает Егорушка. Егор Королев. А Володя сейчас отделает. Роман ушел. Володя отделывает. Так, набросай-ка сюда. Нести. Так. На, я отнесу. Отнеси вот этот большой, Володя. Вот я по силам сзади. Вот этот вот стоит у пня. Вот этот. Я тебе таскал, а это что-то не по силам вроде бы. Иди, иди, отнеси один. Я думал, это один, раз я разрозненный. Я бы утащил эти по одной. Вот рядом домик. Тут находится у меня Чернова Наталья с Ильей. Все, Красноярский край. Вот. Теперь это тоже наш домик. Наш. Принимать гостей можем. Но сколько уже мы наносили? Кущи две. Вот. Эти сколько. Подготавливаем. Так, чтобы когда бульдозер придет с той стороны, там маленечко зайди с той стороны, показать как. Сейчас я отнесу только, потом туда пройти, показать, сумеет он взять или нет, пробить эту гору, вот это, ну гора-то какая тут, 2,5 метра будет, чтобы он ее пробил. Пробил и на трассу вытащил глину. Ну а потом уже песок. А может даже щебенки доставим. Вот. Выходит. Это Егорушка устал. Жарко очень, видишь, как он. Сейчас отнесу. Под градом. Жарко. Все, однако получилось почти все. Теперь вот эти вот надо выносить. Так, вот, вот это мы уже взяли. Вы хотели показать? Натянуть? А? Вы хотели туда показать? Что, покатиться? Не, вы хотели показать там. А что показать? А, ну, туда-то? Ну да. Ну пойдем глянем. Вокруг обойти. Думаю, здесь, если бульдозер придет, не забыл.
карта уйдет. Но он тут не пройдет. Если он пройдет, то один вариант такой. Водец он спрятится. Хотел этот банный маленько убрать. И он начнет вот этот край туда толкать. А там оттуда зайдет, тогда его выхватит с поворотом. Брызги с этой стороны. А другой вариант, так он согласится, не знаю. Во, сколько повалено. Вот иди-ка сюда. Вот тут я сегодня воевал, вот он лежит. Рифлей. Довольно большой. Вот он. А то еще не вырос. И вон там, вон прогнать его, там есть просека. Вот это все убрать. Это сегодня уже пилили. Вот эти самые пни, как видать. Березки остались, там клен повалили. Ну, расчистить все. И чтобы он где-то вот здесь пониже, не самый верх, прорыв сделал. Я думаю, это вполне возможно. Ну, тут, если поднять руку, ну, 2 метра, допустим. Двухметровое препятствие. Если он его размочалит, потом постепенно будет срезать и дойдет до этих пней. Ну, они наверху. Он их поднимет просто. Когда площадка его будет уже на этом уровне, я думаю, он тогда может просто повернуть и их спихнуть, эти пни. Ну, я не знаю, я не специалист. Но делать что-то надо. Когда он туда вытащит, тогда на дорогу можно, а там уже разные пни, что куда. Вот оно как. Ну все, надо воды принести, наверное, холодной. Да. Я, наверное, съезжу сейчас. Ладно. Ну, пока отдохните. А тут дует из-под дома, посмотри, как хорошо.